Поселок Загорянский. Здесь прошла значительная часть жизни легендарного советского спортивного комментатора Николая Николаевича Озерова, со дня рождения которого 11 декабря исполнилось 100 лет. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион страны по теннису. В его честь в 1998 году названа улица на Загорянке. В этом году здесь прошло открытие памятной мемориальной доски, на котором присутствовала семья Николая Николаевича. Именно наш дом. Потому что Николай Николаевич очень любил Загорянку и вырос, в общем, здесь. С бабушками, со всеми, в общем. Ну, не знаю, это родной дом. Репетиции в Амхате и матчи на теннисном корте. Вся жизнь Николая Николаевича была связана со спортом и искусством и расписана по минутам. Успевал и играть за клубную команду «Спартака» в футбольном чемпионате Москвы. В 1998 году лучшему стадиону Московской области «Спартак» в Щелково присвоено имя Озерова. А уже в следующем, 1999-м, здесь торжественно открыли мемориальную доску в его честь. Его голос знал весь Союз. На протяжении 40 лет он сопровождал все ключевые для Советского Союза матчи по футболу и хоккею. Выходит с ворота, бросок! Комментарии маэстро публиковались отдельно. Миллионы советских болельщиков слушали их часами. Непревзойденная артистичность помогла Николаю Николаевичу превратить репортажи в искусство, делала его комментарии такими эмоциональными. Ради этого голоса самолеты меняли маршруты, и трансляции мировых спортивных событий не могли начаться, пока Озеров не сел к микрофону. Итак, сейчас начнется финальный матч розыгрыша Кубка Канады. Конечно, соперники сильны, что там говорить. В сборную входят игроки почти всех ведущих команд. Ее возглавляют опытнейшие мастера, много повидавшие, много поигравшие. Канадцы играют дома, играют на турнире отлично, идут без поражений. Тот вклад, который он внес в советскую комментаторскую школу, является поистине вечным. Перед микрофоном, на сцене, на теннисном корте он отдавал всего себя тому, что по-настоящему любил и во что действительно верил. Вот что помогло ему снискать любовь миллионов, в числе которых, конечно же, щелковцы, которые будут хранить память о легендарном земляке.